Давай я запись начну. Все-таки с Твича, оказывается, не так удобно скидывать, как просто начинать запись и запись заливать на YouTube самому. Да. Так. Что ж, продолжим бурить бурильщиком. Капец, он мне нравится. И да, мы же открыли огнемет. Точняк. Плюс элементальный урон, но минус урон. О, у нас цвета Йовина. Убить еще врагов стоит на месте, добыть нетруху и прокачать бурильщика до 12-го. На 12-м, видимо, следующий этот будет бурильщика. У нас основа сейчас огнемед. Огнемед охрененный. Почему тут нитр просто так валяется, непонятно. Радиус сбора тоже ничего так. Это мы сейчас классную голду понадобываем. О, скорость перезарядки кайф тоже. И не только голду. Так, килка. Ладно, килку можно пока оставить. Мне бы вон до того спецреза добраться, а здесь... Окей, килка больше, не хрен с ним. Было бы здорово вот эти спецрезы умудряться понадобывать нормально так. Они еще опыта да... Оу, блин, СВЧ или турель? Давай лучше турельки. Все-таки турельки, которые будут ездить за мной, это такая имба погадная, что аж стыдно. Ну или которые будут вот так вот стоять хотя бы, да, и колбать врагов. Турельки супер офигенные. Чудес. Подождать волну, наверное, надо все-таки, чтобы попроще было. Дело мы освободили. Да. И нам надо еще цветы Йовина понадобывать. А, там магнит упал. Найс. Магнит это супер важно будет потом. Итак. Давай, сделаем посимпатичнее. Чем быстрее прокачаю, собственно, до уровня побольше, тем лучше будет. Главное перезарядить, пока я нажимать. Увеличивает всю скорость перезарядки. Наверное, да. Вся скорость перезарядки, это тоже достаточно бывающая, да. Золото добыл. Поразительно быстро. О, еще плюс 3, хорош. Турели следуют за вами. Ей! Окей, ну вот теперь можно, собственно, возвращаться в эту. К доске своей. Так. Давай огнемет еще, да. Теперь надо бы огнеметик тоже прокачать. Было бы здорово. Так, и у нас. Зарядочка. Здорово, Синдарин. У меня турельки взрывались по истечении времени, тоже ничего так. Блин, он от турелек сгорел. Ладно. Так, увеличить скорость передвижения, увеличить продолжительность пучков. Ущерб скорости передвижения. Я вот не знаю. Давай вот эту, мы ее еще ни разу не брали. Нитро или лечение при повышении уровня. Давай нитру. На первом этаже все-таки халявную нитру находить это норм будет. Мне бы вот эту элитку еще поубивать. Ой, так, магнит заранее взял. Так, нет. Да. Нойс. Окей. Типа, в принципе, мне плохо. Okay.
броня полезная шняга. И плюс XBA тоже весьма полезная шняга. И дальность лучевого, наверное, тоже возьму. Окей. И что у нас, грибасы, что ли? Да, у нас грибасы. Как бы мне до того грибаса, блин, дойти? Вообще золото прилично. Сначала приятно. Нитро идет ни хрена, а золото прилично. О, еще продолжительное действие лучей, конечно. Ау. Чем дольше лучики будут длиться, тем будет вкуснее. Так. Еще грибас, даже элиты появляются. Стрелковые элиты вообще. Блин. Я вроде должен успевать копаться. Я ж типа суперкопатель 10 тысяч. А нифига, меня жучило догоняет. Чё, мало того, что он меня догоняет, он делает еще трындец больно. А, две стреляющие или это не очень приятней. Ко-ко-ко. Что-то урончика надо, что ли? Сжигательная граната или слизнемет? Я думаю, что граната. Все одно огонь пойдет. Я сейчас умру, будем такими там. Это не очень приятненько, ко-ко. Да. Во-первых, да, магнит с одной стороны нужен, а с другой стороны мне бы хилку найти. Уже не помешало бы. Я не могу там кубик собрать классно. То, что меня много турелей прикрывают, это, конечно, офигенно, но... Так, окей. По крайней мере, безродно сумел мимо пройти, на том спасибо. Да, просто получим вкусняшку. Просто вкусняшка тоже неплохо. Маринованная нитро. Или позолоченные пульки. Да, позолоченные пульки пока. Я, конечно, золото еще тратить буду, безусловно. Сейчас позолоченные пульки помогут. Наверное. А, магнит упал. Найс. Ей. Всю эту вкусняшку себе собрал. Ей. Так, плюс урон, минус продолжительность. Да. Это дохренища урона. Хорошо, гори. Небольшой урончик от этой. От лавы. Но, в принципе, все нормально. Ну, собственно, не то, чтоб очень сильно без хп отхожу я дальше. Да. За счет уровня... О, нитро. Он оказался немножко дальше, чем я думал. Фак. Ааа, черт. Чуть-чуть не успел. Ну, жадность фрай разгубила. Да.
Тетя прям не успел. Окей, давай посмотрим вот здесь вот. Первый раз мы пойдем на эту зеленую хрень странную. Посмотрим, что это такое. Я не могу через эту фигню прерываться. Это можно проходить. Кстати, в зелени, наверное, ресы видны будут намного лучше. Кроме зеленых. Ну да, вон нитру, золото, классно видно. Зашибись. Вот только летунов очень много, блин. Смотри, сколько здесь летунов, капец. Странно, что вот эти вот, ну, типа, не рубят. А, тут эти еще и восстанавливаются лозы моментально. Нифига себе. Так, давай СВЧ, окей. ЧСВ печь. То есть эти не рубятся, а эти еще автоматом восстанавливаются. Так, а если одни попадут на этот, на дроп-под, что бы мне делать? Если я кукапывать не могу. А, они не считаются. Рады. Так. Позолоченные пули. Давай купим получение. Теперь получение у вас. Сейчас странный уровень, я должен сказать, типа. Все настолько перекрыто, прям. Вообще золото. Так, давай. А? Плюс урон с продолжительность. Да. Плюс 100% урон, но это прям. Через 20 надо будет на доставочку отбежать еще. Меня оставили. Ну. Я тут совершенно ни при чем, короче, это нитро виновата. А я? Нет. Еще спец. Пойдет. Дорога, Гаскар. Нормальный эпик. Чем быстрее СВЧ-шка будет перезаряжаться, тем вкуснее будет приготовленные жуки. А, ну да. Жучило. Кого же я еще ожидал в этом месте, кроме как жучило, да? Замечу, что без турелек прям не очень. С турельками было повеселее. Турельки помощнее СВЧ получаются. О, найс. Увеличенное количество эффектов поджога в ущерб начальному урону. Увеличивает длину луча в ущерб ширине. Целится во врага с максимальным здоровьем. Давай длину луча, окей. Теперь, ну слушай, одно теперь реально далеко прям работает. Понял. Еще я ни хрена нитро не добыл, и это немножко круто. Ну, оно хотя бы рядом. Не как в прошлый раз. Хотя вот с этими растениями непонятно, добегу и не добегу.
Эти могут очень некисло блокировать, так ведь получается. Еще раз цветоёчки, нойс. О, и нитро. То еще надо. Сейчас надо будет турельки получить, и совсем все будет хорошо. Тут какой-то спецрез саморазрушился, тоже прикольно. Ее видно готовы. Да, что специалист. Так, давай, иди. Что-то я себе. Да, блин, мне надо от мышки руки убрать. Я постоянно ПК нажимаю. Меня немного в углу нахрен зажали, нифига себе как-то. Причем, ну типа, совсем в углу. Это было больно, но по крайней мере. Ооо, лего плюс дальность. Теперь я их окружил. Ей, турельки! Эпи... Давай плюс урод на то свеча. Вода, рестарт. Да не было тут воды никакой. Нормально. Кислота не вода, вода не кислота. И там. Так не мед, короче, слишком медленно перезаряжается. Еще один цветок, кстати. Да, найс. Наконец-то плюс хп, плюс реген хп. Слава я. Так жизнь станет немножко попроще. По 21 колбасит элита. Так. Там столько всяких вкусняк, капец, упало. Что-то про магнитик даже мечтать не приходится пока. Лего на скорость перезарядки турелька. Еще мне надо вниз, судя вот по этой точечке. Капец, тут тяжко прорваться. Но здесь вот без именно копателя, который... О, это был магнит, походу. То есть, если бы у меня копателя с бонусом копания не было, я думаю, здесь прям, ну, капец, тяжело будет. Мне один... Нет, все цветоечки я добыл сюда. Похилили заодно. Мне кажется, я много-много опыта упустил еще. Я ж не говорю про голду и нитру. Их вообще не видно было, ну да ладно. Ну, там сверху нитра была. Чуть-чуть. Так, перезарядка, урончик. Да, почти 12-й. Блин, 12 надо. И тут эпик, и тут эпик, а тут 14. Опять цветоечки, причем я один тут же собрал. Я на цветоечку приземлил. Хилыч, давай.
немного постояли, турельки поставили. Карты какие-то немного пустые, как по мне. Странно. Это становится немножечко опасненько. Удачка пригодится. А да, сейчас приятно было. Так, турелька, да. Да, найс. Окей. Турели следуют уже за мной, все, зашибись. О, еще плюс 10, удачи. Так, еще Зоита. Есть Света Юрина. Ай-яй-яй. А тут как бы непроходимые еще части есть. Плюс 50 хп, да, конечно. Окей. Я хочу это золото вскопать, и там ниже нитро есть. Нитро вскопать тоже было бы очень ценно. Так, пойдем, наверное, все-таки добудем нягу себе. Я сюда, блин, выбрать теперь. Пойдет. Блинские стрелки. Охренеть, он бы еще получше место выбрал, где вообще надо всю весь участок прокапывать. То бишь, мне надо спецсредства выкопать изначала для того, чтобы его заменить. Ну, либо его за меня выкопают, да, окей. Слизнемет или граната? Я думаю, слизнемет. Минус босс. Найти золото при копании всего, да. Магнит, охеренно. Так, ширина луча или скорость поворота? Блин. Давай ширину луча сейчас улучшим, потому что я же снизил ширину луча. Вот, теперь мы увеличим ширину луча опять. Нормально. Здорово, драконец. Но хилочка бы не помешала, честно говоря. Её нет, нифига. Ну типа, карта жестокая прям. Карта жесть. Неудобная. А, да, скорость перезарядки. Еп. Дальний случай. Еп. Перезарядки луча. Еп. Пойдет. Уже встречался апгрейд на количество лучей? Да, конечно. У меня огнемет с 6 лучами уже был. А турелька была с 2, по-моему, такими лучами. Так, в этот раз грибасы. Так, у нас был грибас и справа грибас. Как-то бедненько, бедненько. Ты посмотри, как при ширине лучей какая хрень получилась, обалдеть. СВЧ в край экрана, да. И причем ширина-то та же осталась, по сути. То есть за два апа я сначала уменьшил ширину, увеличил дальность, а теперь увеличил ширину. Вообще красиво стало. Прикольно, что жуки-то в эту часть пытаются пройти. Под огнеметом самое. Но огнемет все еще самый мощный, что мне. Интересно, погоди, а тут есть статуи? Нет, тут нет статуи. Нет, тут
Вот это я понимаю, опыта сейчас уже тут валяется. Так, огнемет ли? Да, огнемет ли. Плюс луч, плюс продолжительность. Давай плюс луч скорее. 37. 37, капец, неприятно. Сворм. Сворм разделился на два, что грустно. О, сколько припасов. Да в этой жести очень сложно находить путь, чтобы проходить и получить урона. Смотри, сколько здесь этих стрелял. Офигеть этих. Так, нам надо бы добраться до хрени, я не вижу пиана. Моргни хоть. Ага. Реально трешак вообще происходит с этими жучилами. И опять же золото, нитро, чё-то вообще нет. Надо еще грибы собрать. Босс. Опыт. А грибасты еще никто не отменял. Упс, да, блин. О, немножко нитро. Конец, немножко золота. Фак, босс лопнул. Я и грибастые эти собрал. Я надеюсь, что теперь я успею это дело все собрать. До того, как меня блин оставят. 28. Столько опыта остается просто так. Кислота снимает броню жуков, как в оригинале, а черт его знает, что тут кислота делает. Так, больше лучей или урона скорость перезарядки? Давай больше лучей. Финалька. Опять же, непонятно, на кой хрен нитро собирать. Золото, наверное, полезно, нитро, наверное, не очень. Кислота типа прикольная вроде как, даже урод наносит. Да, тут что-то есть. Золото тут есть. Хотя огнемет максить будет здорово. Будет намного проще убивать джиггернахера. Хотя и турельку до 12 прокачать так-то было неплохо. Тут пройти нельзя вообще. А может быть, на самом деле, это и к лучшему, что пройти нельзя, потому что жуки-то через эту хрень тоже пройти не могут, нифига. Это тоже прикольно. Ау. 42, собрать 2000 нитро. Вот пока жуки меня сверху пройти не могут, я могу спокойно с боссом, например, разобраться. Да? Я беру свои слова обратно. Карта на самом деле прикольная. Если у тебя есть что-то не стрелковое, если у тебя что-то работает через блоки, как, например, у меня СВЧ,
Карта-то получается весьма неплохой. Карта показывает, где можно пройти. Карта не помогает, нет. Плюс 25% скорость копать, ни хрена себе. Так. Окей, с этими разобрались. Теперь остался основной джиггернекер. Хорошо, горит. Просто стоишь себе на месте с удовольствием СВЧ и всех прожариваешь. Красота. Теперь даже можно пройти. Еще 25% скорость копания. Ё-моё. Ой-ой-ой. Как же одни ловят. Посмотри, я реально просто мимо прохожу. Меня камень практически не задерживает. Прикольно. Сейчас возьмем эту шнягу и пойдем на джиггернахера, наверное, да? Или нет? Давай, ладно. Я теперь очень медленный, но очень сильный. Спасибо, Нитри, за это. Тут вопрос, типа... Я же, наверное, прокачаться все-таки хочу. Я хочу огнемет, типа, вмаксить, а для этого как минимум два уровня надо. И то, если попрет на огнемет. Вот не как вот это. И не как вот это. А у меня осталось всего лишь один рерол. О, убить 15 тысяч врагов стоит на месте, тоже неплохо. Я, в принципе, могу вот так вот постоять на месте и подождать, пока этот джиггернахер сам не появится. Вроде ребята умирают нормалек-то. Особенно от турель. А вот он. И вопрос. Я от его прыжка уйти сумею или нет? О, сумею. Найс. Окей. Главное больше нитры пока не добывать. Чтобы медленнее не становиться. Все будет замечательно. Давай, опыт. А, он сейчас сдохнет уже. Ну и бед, но не очень сильно хотелось. Наверное, не стоило золота еще очень много терять, да? Ей, я хотя бы огнемет прокачал, оставляй горючий луч, давай посмотрим. Не, ну в принципе горючие лужи тоже неплохие. Они тикают вроде как неплохо. Но все-таки много лучей, мне кажется, поприкольнее будет. Нитроглицеридный порох. Там важен сам факт, сколько золота добыло, не сколько в кармане, да? А, ну тогда ладно. Тактические сошки. Окей, это было неплохо. Так, бронь. Шанс крита. Достигнут 30 уровня классом инженер. Жесть. Ну а чё у меня Хазар 2 открылся так-то? О! Улучшите огнемет до уровня 18. Это наше дело. Найс. Давай, еще разок только на Хазар 2 сойдем. Так. Это мы сейчас огнемет улучшим. Это да. Жалко, турелек нету пока. Мне все-таки... Блин, я забыл обратить внимание на финальный экран. Надо было посмотреть, кто сколько урон нанес. Потому что мне кажется, что турельки все-таки реально лучше, чем огнемет в итоге.
Как будто турельки саб-мемба, которые с тобой следуют. Не согласен с этим китбоксом. Я не проходил близко к этим. Тут небольшое... Понятное дело, начало раннего доступа только, да, есть баги-лаги, но... Вопросики к хитбоксам прям серьезные. Потому что хитбоксы иногда, ну, очень сильно смущают прям. О, нет, стоп, там два гриба сверху. Еще один гриб здесь. Какой, кстати, грибас? С врагов тоже опыта много, в принципе, получается. Ей, турелька, найс. Турелич, это хорошо. А, они прям решили прокапываться, да? Эй, погоди, надо, чтобы пацаны прокопались. Плюс нитро. О, увеличивает урон над огонь, да. СВЧ печь, кстати, если что, тоже огонь. На огнемет пока ничего не пошло. Надо сейчас посмотреть. О, эпик. Еще левел 2. Плюс продолжительность в ущерб скорости. В ущерб скорости это как будто он медленнее вращаться, а не минус моя скорость. Как будто он вращаться медленнее стал. Может быть, оно и к лучшему, кстати, что медленнее вращается. Так, грибасы надо еще два. Окей. Желательно до того, как сдохнет босс. У них имя такая, дети нахер не падает, да? Обидный такой. Окей. Грибочки, где еще грибочки? А, вот грибочек последний. Эй. Теперь можно и босса подыхать. У, еще больше нечего. Эй. Найс. Да. А вот теперь мне мимо вот этой жопедни надо нитру добыть даже в ущерб своему здоровью. И валить как-нибудь мимо вот этих тупых лоз для дебилов. Окей, хилы. Ну, я похилился 3 по 15, получил 2 по 12. В принципе, стоило того. Сек. Нифига себе, прокачка на луч. Охренеть. Вот это имба. Я думал, что только типа в этом луч может быть в апе на 6, 12, 18. А тут просто так луч на халяву. Капец. Сейчас я на 6 еще сделаю, чтобы они за мной шли. Будет совсем имба. Совсем охрененно будет, да. Чего-нибудь вкусненького. Вкусняшечки, тут тупик. Тут как бы о вкусняшках даже речь не идет. Блин, теперь по 16 уже. 3 элиты. М-м.
Нет, справа внизу, да, блин. Я только оттуда пришел, а? Так, ладно. О, скорость перезарядки Лего, нойс. Леги это всегда приятненько, а там грибы на грибас. То есть мне надо будет обратно пройти по этому же пути, но сначала грибочек возьму. Там еще один, правда, будет. Это не так удобно. Ну, элиток здесь дохло мое поселение. Так, мне нужен все еще огонь. Да. В этот раз без кислоты. Последняя должна быть, по идее, СВЧ-печь. И это будет фул огонь. Давай турельку. Пойдем. Чего? Что-то мне игра больше Dota напоминает. Почему? Чем? Мобу с автобатлером сравнить этот силен, да. Так, есть. Блин, надо было посмотреть, что этот порошок нитро делает. Ой, я думал, она... Минус 52! The fuck? Охренеть, боль. Давай. Элита, минус много элиты. Блин. Может быть, станет немножко попроще не умирать. Так, еще броня, еще станет немножко попроще не умирать. Я слышал, этому жанру вообще присвоили тег Reverse Bullet Hell. Ну, не, только не хел, а хел все-таки, имеется в виду. А реверс-то где? Типа от тебя будет хел идет, а не от врагов, да? Ну фиг знает. Я это называю автобатлером, потому что ты как бы в большинстве этих игр не контролируешь, когда твой персонаж стреляет и как твой персонаж стреляет. И опять же я различаю, да, автобатлер и автобой. Потому что автобой это когда вот... Это типа кликер от такого своеобразного получается, когда ты должен просто прокликать начало боя и все. Персы сами дерутся. А здесь ты все-таки должен ходить, уворачиваться, добывать рейсы и так далее. Поэтому это автобаттер. Автобой это всякие рейды, которые Shadow Legends. Мусорки мобильные. Ну или если не говорить про мобильный мусор, это ТФТ, например, да, Teamfight Tactics, там тоже автобой. Золото я очень не накопал. Грустно. Блин, плюс заряд или турели скапывают поблизости стену. Обидно. Немного не то, что хотелось бы. И снова мне дают плюс сбор, который я не могу взять у шопы. Yes, please. I'll take it. Get to work. Those aliens to be killed and gold to be mined. Опять грибасы. Я вот в прошлый раз грибы не добыл нифига. Попробуем хоть в этот раз все грибы собрать. И кто-то он сразу прилично валяется, это прикольно. Да, справа грибас. Интересно, это три заряда получается турель, которая тратится, если я на месте стою. То есть, если я стою на месте, я выкидываю три турели без КД. Теперь. А раньше выкидывал две турели без КД. Да, здесь выгодно стоять так-то. Ау. Турели перестали справляться. 36, кстати, уже не 52 ни разу. Приятно.
Найс. Все лопнули. Так. Ну ничего, так с этого мяса трейлевела получил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, туда же ничего, это зачищать не надо. Мило. Люблю, когда так происходит. Да, давай. Лечение при повышении уровня все-таки очень сильно спасает. Классная тема. Потёп-потёп. Турели появились. Вот то, что турели сейчас за мной не следуют, это прям тяжко. Это прям плохо. СВЧ, огонь, да. Пушка, СВЧушка. Тут много. А как это остается как бы маловато. Надо хил чужих доходить. Я очень хочу весь тот опыт собрать. Но мне реально надо уже хил находить. Я это дело просто не потяну. Так, так получше будет немного. Теперь можно и зал потом прогуляться. Хорошо лопнул. Да. Плюс луч пойдет. Так, что хочу? Тарельку хочу. Нужны 12 турелей хотя бы ради того, чтобы попробовать их с собой забрать. И надо прокачать 18-й огнемет по заданию, да. Девять брони можно брать. Нужно брать. 47 голды всего, не так много. И турели. Пойдем. Да, да. Даже вот мне говорит, что я, блин, недостаточно накопался. Не забывайте копать, ёпта. Опять грибы, да ёб моё. Я, кстати, грибы-то на фул собрал или нет? Я не заметил даже. Лол. Что-то я не обратил внимания, возможно, я грибы не дособрал. Хм, опять. 10 из 12 собрал? Да ё-моё. Когда-нибудь я буду собирать на фулы эти гребаные грибасы. Их просто реально, типа, слишком много надо, это капец. Их прям реально прям вот бегать по всей карте искать надо. В отличие от 6 цветочков. Цветочков такое чувство, как будто количество не столько же, сколько грибов, но их надо 6. А не 12. Ладно, давай попробуем упороться в грибы один раз. Еще раз. Райд неудобное место для того, чтобы элиту валить. Может быть, валить много элит. Так, огнемет, огнемет. Немножко все портит стрелки, конечно. Чуть-чуть. Но цепная реакция взрывом, в принципе, окей, пойдет. Еще эпик бродня или уродн? Давай лучше уродн. Нужны 12 турельки.
Так, грибасы, 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 гриба. Согрибасы, грибасы, гриба. Что-то грибов больше нет. Турельки постоял на месте, разместил, теперь можно это дело все дозачистить и пойти. Опять сворм, да ё-моё. Не дают ниже пройти, заразненько. Еле-еле как-то прошел. Да, 6 лучей. Так, а еще один взрыв я как бы немного уже не переживу. Да, блин! Турели за мной не будет. Это очень грустненько. Вряд ли я турель до 18-го прокачу еще. Это очень-очень плохо. Так, окей, пройти смог, похилиться смог, грибы. Грибов даже близко нет. Наверное, между грибами и артефактом лучше попробовать добыть артефакт, правильно? Четырех взрывников сверху не ожидал. Ты посмотри, сколько взрывных падлов здесь, обалдеть. Жемчуг надо собирать. Зачем мне жемчуг собирать? Я понимаю, что все метаресы собирать надо, ты понимаешь? Сам пойми, для этого иногда нету времени. Особенно такую жопу. У него пулеметная платформа будет, да? Да, окей. Давай за инженера попробуем. Опять грибный грибас. 18 левел пулеметная платформа нужна. Сейчас буду копать медленно-медленно, блин. Зачем ты умер? Ну, жадность. Я хотел арт добыть. Надо было добыть артефактик, а он как бы такой вот. В бомбовиках весь был. А я это дело не увидел, я вниз в этот момент смотрел. Броня тоже ролет не помер раньше времени. Не, ну так-то да, конечно. Тут не поспоришь. Броня прикольная, просто... Я бы сказал, что среди всех автобатлеров одна здесь конкретно наименьший заметный результат дает. Потому что с каждым повышением уровня у тебя враги, ну, типа, много урона получают. А броня дает тебе очень мало. Броня что, один к одному защищает от урона? А хрен его знает. Очень может быть, что да. Но просто вот урон, который тебе наносят враги... Давай вот эту фигню. Урон, который наносит тебе враги, он очень сильно скелится от, ну, с каждым этажом. А броня как бы не скелится абсолютно. Поэтому, грубо говоря, вот мне наносит урон 12, да? Я получил 3 брони. По-моему, мне не станут наносить урон 9. По-моему, мне станут наносить урон вроде типа 10, может быть 11, типа, ну, чуть-чуть поменьше.
А вот на следующем этаже мне уже будут наносить урон в 16. И как бы броня ни хрена не роляет. Но она складывается, но ты учти, что вместо брони можно получить урон. И если ты можешь убить врага до того, как он подойдет к тебе, нахрена тебе броня? Логично? Давай золото одни нитро. Так, я отбежал, сорян. Доставочка. Теперь можно нормально стрелять. Потому что бывает безвыходные ситуации, где надо пройтись по мобам. Да, бывает. Но опять же, если вместо брони ты будешь получать каждый раз урон, то шанс того, что ты пройдешь по моб по их трупам, выше, чем по самим мобам. Понимаешь, да? То есть хорошо бы их, блин, заранее убивать. Еще я все-таки тут немного не согласен с хитбоксами. Меня порой кусают тогда, когда мне кажется, что я далеко, и не кусают тогда, когда я вплотную к врагу. То есть вот это прям странно. И пойдет. А грибас я уже собрал, да? Чего у меня так в предыдущем раде не получалось грибы собирать классно, непонятно. А, нет. А, прокопайся дальше. Успел прокопаться, не получил по жопе. Так. Сменить на плазму. Или на электричество. Да это на электричество. У меня все через электричество тогда будет. Это как все через жопу, только с небольшим напряжением. Грибасы, хилы. Лопнул. И попробуем хилку успеть собрать. Мне бы не помешало. Во, вот так не в лаве. Не в лаве, зато, блин, вместо минус 2, минус 23 словил. Найс. Зато не в лаве, конечно. Плюс урон электричества. Тоже неплохо. Эту шнягу надо до 12-го будет вкачать обязательно. Турельку надо до 18-го прокачать, да? Окей, давай турелю. 12-18, по идее, я должен взять, успеть. Маркит. Это самое плохое. Ага, кто это в лаве? Давай, конечно. Хрен ли нам в лаве тут постоять совсем недолго, да, угу. Ай. То есть родно ради золота. Чё, блин, ради золота только не сделаешь? Сварм? Какой сварм? Не было никакого сварма. Окей.
как, блин, под тремя элитами маркит здесь добывать? Что за жесть вообще? Надо немножко уменьшить количество элиток. Ладно, можно пока спецрез добыть. Пока у нас количество элит попутно уменьшается. Так. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну, давай, допустим. Удобно. Бум. Спасибо. Отличный выход получился. Ай, не успел отойти. Так. Тоже электричество, да? Пойдет. Там хилку наверху, может быть, ее тоже забрать надо будет. Относительно удобная. Давай, дайки. Эй! КП и реген, то, что надо. На, радиус сбора жалко не попадается. Я бы с удовольствием радиус сбора бы себе еще качал. Очень не помешалось бы. Так. У нас уже очень элитная элитка, а у нас тут маркет. Как раз маркет, который мне нужен. Дай шанс крита попробуем. А, у нас еще элитка капун. Не, ну можно попробовать, он мне поможет маркет копать. Спасибо. Очень удобно. Заодно и хил еще тоже мне помог копать, тоже удобно. Так, а здесь у нас что? Ой, золото и нитро. Так. Так, помогай. Спасибо. Я надеюсь, я успею. Магнита жалко не было, я опыта очень мало соберу. С того, что упало. Ну, что поделать. До дроп-пода бы, блин, добраться бы. Да-да-да. Плюс уродное электричество. Неплохо. Такс. Эту пушку, в принципе, надо качать. Она прикольная. Для здоровья тоже норм. Много ресурсов поставил на карте. Ну, чё поделать. Бывает такое, что ты не все успеваешь выкапывать. Да я, да. Ну, что поделать, бесон. Не мы такие, а раскопки такие. Слушай, электротурельки мне в принципе нравятся. Прикольные цепные молнии оставляют. Удобные. Бум. Удобная раскопка. Цельный месте, турельки сбросили. А это не самое удобное место, я тут крутить никого не смогу. Блин, уже стрелки появились, капец. Неудобней. Ко-ко-ко. Где он? Слева.
массового бума все никак не получается, как будто у них хп все еще много. Другой разговор. Так, урон. И снова сворм. Только-только этот дропнулся, и снова сворм пришел. Очень плоховато. Мне, возможно, здесь прокапнуть придется. Да ладно. Не успел я дойти, серьезно? Слушай, чё это враньём пахнет? Я вполне себе далеко был от взрыва. Реально врёшь ты всё. Я сейчас совсем не согласен. Единственное, что может быть одно взрывалось, когда я его достреливал. Может быть. Так. Ну, тут, к сожалению, прям мех. Я не очень хочу нитро брать. Я, типа, ну, я пешком не уйду никуда тогда. Давай опыт при получении урона. Чё, по жопе получать тут у нас, ай-яй-яй-яй-яй. Электричество. Окей. Я не хочу, ну, блин, между лавой получить 30, лучше, наверное, в лаву всё-таки пойти, правда. Такс. Да, блин. Наверняка же эти турельки тоже могут, ну, типа, со мной бегать. Мне просто не прёт, да? О, магнит. Вот магнитик, это имба. Наконец-то радиус сбора хоть какой-то. Так, а грибас, а у меня только 5 грибов. Пихалыч. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, поехали гребаные грибасы искать. Так, давайте прокапывайте за меня взрывами стены. Оу, элитка сдохла. Это получилось не очень удачно. Я бы еще вот этот хил бы себе забрал, и я его тоже забрать не могу успеть. Херовато! Так же, как и две грибы. Да, 4 гриба я не успею. 2 гриба здесь рядом есть. 4 грибов здесь рядом нет. Они не могут забраться в дроп-под синдарить, но они могут тебя рядом с ним бить. Причем очень даже знатно. Что очень даже грустно. И там пока больше нечего смотреть было, хрен. А, это мои дроны. Ну что, я почти ппху прокачал до 12-го, это радует. Это до 18-го надо еще покачать. Возьму ли я 12 остальными? Вряд ли. Я не думаю, что у меня столько левелапов будет. У меня плюс экспа же не добывается сейчас. Что у нас? Маркет опять. Ну да. И могут попадаться вот такие... Да блин! Да камон! Охренеть! 30 голды потратил и не получил вообще апа на пушке. Совсем. Это очень обидно. Давай хотя бы хилку. Так, там еще одна хилка есть. Надо только немножко постараться к ней пройти. Это еще даже не сворм, это, ну, типа, просто жуки попутные шли. Вот это только сворм сейчас будет. Жесть. Сюда нужен огнемет. Определенно.
12. Так, и я, к сожалению, взрывников близко не вижу, они все очень далеко. А? Так, еще вот. Вот это уже другой разговор. А зачем я это делаю? Я не тот апгрейд сделал, который мне нужен был. Ай-яй-яй. Да. Минус 42, с которыми я снова не согласен. Сейчас у нас еще один сворм будет моментально прям. И в итоге снова не смогу отсюда ни хрена выйти. Так. Хоть чего-нибудь здесь я успею собирать. Это может не радовать. Плюс 50 максимального здоровья. Да, спасибо, спасет. Неплохо так. Так, пойдем уже собирать, а то сейчас босс будет. А я еще ни хрена не собираю. Я вообще про маркит молчу, я его даже не видел. Даже близко. Да. Ай, ай, ай. Вот у нас элита появилась. Ни хрена мне тут прокапываться еще надо, жопа. Так, помогай. Ай-яй-яй, минус 53, ай-яй-яй. Прям больно сейчас было. Но, видимо, на маркет придется немножечко забить. Так, увеличил ваше... Нет, давай лечение при повышении уровня, да, мне пригодится. Ну вот здесь вот светящееся поле опыта надо, конечно, собирать. Это жесть, сколько его здесь валяется. Магнита ни одного не было, насколько я понимаю, да? Да. Так, а вот как мне теперь туда пройти бы? Но опыта, конечно, осталось мое почтение прям. Магнита я так и не увидел за это время. И у нас финалка. Так. Легендарная скорость копания. Да сейчас, наверное, уже похрен. Мне турель надо прокачать для начала. Да. Может быть, успею до 12-го вкачать. Все, да, 17. На минималку хватит, на минималке нету. Это не минималка. Текс. Ну давай, мне опыт нужен. Много его. Так. Золото это опыт. Это приятно. Ну и метод прогрессия, конечно, куда же, блин, без нее. Лутбаги, кстати, опыт не дают, к сожалению. Я не так, чтобы много КП, чтобы его так вот просто, чтобы его просто так тратить. О, нитру 150 собирал, зашибись. А? Пойдет. Да, блин. О. А, первая элита вышла.
Я сейчас, наверное, специально лид не буду выпускать. Вряд ли я эту игру пройду, но я хотел хотя бы опыта заработать нормально так. Нет. Да. Ей! 18-й. Найс. Ага. Плюс дохреднича скорострельность. Как прикольно. Прикольно. Пойдет. И такие турельки мне нравятся уже. Такие турельки могут не кисло защитить. Вторая. Окей. У нас тут как раз турельки все еще стоят. Давай. Я вот насчет вот этой фигни не уверен, насколько одна хорошая. То, что поле создает электрическое. Прям, ну фиг знает. Надо будет в конце посмотреть, сколько одна... О, урон нанесла. Так, где я ближе? Я здесь ближе. Значит, мы прокачиваем эти Тесла Тауэры. Стараемся, по крайней мере. Так. Ну, сейчас пойдем. Отлично. Вижу опыт еще. Ну, во-первых, тут опыт в полтну валяется, понятно, но... Тут можно немножко покопаться и с этого опыт получить. А, у нас летучка босс. Я, в принципе, относительно удобно каруселить, одна не может моментально развернуться. Это приятно. А, скоро появится уже Джаггернакер. Тут две хилки даже подряд идут. Нет. 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 А-а-а. Фак. Это к вопросу получения опыта от Влави журнала Бит. Ну, типа, вроде как опыт получается неплохой, да. По 4, по 5 кубиков. О. Ну, здорово. Нифига себе, ты очень далеко прыгаешь, оказывается. Так. Вот это еще вскопай, пожалуйста. Спасибо. Какой хороший карманный джиггернахер. Хилку вскопай по зеле. Давай, давай. Левее, 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 левее. Так, окей, свали нахер. Спасибо. Няшка. Ну, типа, 5 левелов я, наверное, сейчас не получу. Тем более, когда мне надо, чтобы с этих левелов падала именно вот эта шняга, она не падает. Плоховато. Но тут хотя бы очень удобная площадка, в которой босса крусилить можно. Это прям приятно тоже. Хорошая площадка. Бумки начали выходить. Это прям хреновато. С бумками карусели становится несколько труднее. Бумеры, да. Слушай, просто не падает, обалдеть. Вот мне как бы надо ее прокачать, но игре покер на то, что мне надо. Немножко
только грузненько. Так, я не хочу со свободной этой фигни отходить. Смотри, я даже Джаггернахера убил. Нифига себе. Нафиг. Не, ну прошел. Неплохо, слушай. Ну хотя бы две шняги сделал, да, окей. ППшку у нас теперь есть с прокачкой. И открыт новое оружие, умная винтовка Лок. Окей. Ну, кстати, большая разница так-то. То есть дроны чуть более бесполезны, получается. А елисричество вроде как очень даже неплохое. Откуда у меня холод здесь уродным, непонятно немного. Но, в принципе, да, окей, пойдет. Копалка, скорость, перезарядка. Я лучше анскрит тогда буду. Так, что у нас дальше? Дальше Hazard 3 и 4 даже открылось. Уф. Вепрь авто 210 до уровня 21. Здорово, Нерсаль. Так. Ну давай еще разок за инженера, окей. Пусть будет. Холод от купола, видимо, был. Вообще он замедлять должен был, но может быть. Может быть. Так. Много вкусняшков сразу приятно. Фига тут лутбагов, слушай, охренеть. Так, турельки, работаем. Но вот пока они не прокачаны, турельки прям, ну такая хрень вообще. То есть. Окей, а что у меня тут? О, у меня тут цветоёвин. Окей, цветоёвин точно надо пока у меня другой пушки не появится, пока у меня есть только турели, очень сложно свою жопу спасать от тех, кто на твоей жопе прям сидит. Это грустно. Так. Давай здоровье. Блин, еще и сворм. Мне только сворм здесь еще не хватало. Магнит, который автоматом собрался, это не очень удобно. Так, ну, у нас вепрь, конечно, вот надо бы прокачать. Еще, кстати, дронов надо прокачать, и эту фигню надо прокачать. Давай электроограждение, окей, будем ее пытаться прокачивать. Так, цветочки наверху. Ич, наверх. И по хп все дни очень сильно приятно уже. Пожрали меня уже серьезно. Все потому, что у меня своего защитника нет. Нету того электропистолета, который был в прошлый раз сразу. Электропистолет был очень удобен. Он все-таки позволял убивать жопу, которая прямо на мне сидит. А цветочков-то только 3,6. Окей, давайте еще тебя. Турели взрываются вместо исчезновения и плазма.
Давай плазма. Не знаю, что плазма делает, но пускай будет плазма. А, плазма отскакивает. Электричество получше, чем плазма будет, потому что электричество пробивает насквозь и делает цепной удар. А плазма просто тупо отскакивает. Ну хотя вот в таких закрытых помещениях босс сливается, дай бог, очень вперед. Только это очень... Ай, минус 40, ни хрена себе. Это очень плохо, потому что у меня нет цветочков. О, босс ускорился. Теперь цветочки есть, теперь можно и босса сливать. Попробую немножко. У, хороший урон. Фак, а я далеко, слушай. О-оу. Нормально, ладно. Хорошо, хорошо. Еще понадобывал всякого, тоже приятно. Скорострельность ли? Не, давай скорость перезарядки все-таки. И элементальный урон. Не. О, шанс крита 12% пойдет. Радиус сбора, в принципе, тоже неплохой. И лучше наверху. Поехали. Не, все-таки очень хочется этот электропистолетик, чтобы близко защищал. Капец, он полезный был, оказывается. Так ты даже не подозреваешь? Он, оказывается, был офигеть полезным. Передние жрут меня по 21. Давай, да блин. Эй, 4 элиты. И да, я их убью, но при этом с них бы как бы надо бы собрать лут. А я его собрать не могу. Так. Вот, там. Окей. Электропуха, которая будет обеспечивать защиту моей задницы от близлежащих врагов. Близлежащих врагов. Так, вкусняшки, вкусняшки, нитро золото. С одной стороны, конечно, вкусняшки, да, но нитро золото. Тем более, когда его так много. Так. Вепрь мы прокачали, так что его можно себе прапать. Посмотрим, что вообще вот может. Может быть, он какой-нибудь классный, прикольный будет. Ау. Не добуду второй спецрез. Ну, жалько. Отсюда весь опыт хочется собрать еще. Заодно здесь. Литр золота, тип товар. Окей, спецрез добыли одни вместо меня. Это удобно.
Мы здесь вернемся, до хрена опыта получим. Пойдем за артефактом. Пора бы нахрен уже. Жалко, летучка, конечно, от меня не отстанет. Такая она тупо. Маркит я еще не дособрал. Ну, да, в принципе. О! Тактические сошки. Увеличит скорострельность, скорость перезаряд, когда стоите на месте. Такое. Эпик, дамаг. Сейчас мы тут немножко еще опыта пособираем попутного, и все будет замечательно. Но на маркет придется забить, да? Его все равно не было. А, вот маркет, зараза. Прям рядышком был, но был в темноте. Так, шанс крита. Пойдет. Так. У него минус урон, у всего остального плюс урон. Но увеличиваю скорость перезарядки другого оружия. Написано плюс урон. Окей, давай так. Грибасы. Гребаный грибас опять искать. Благо у меня есть пушечка, которая меня защищает, поэтому бегать теперь стало гораздо проще. Наверху еще спецрез. И наверху еще два гриба, тоже неплохо. Так. Интересно, что они могут придумать на вот эти вот стоячие Теслы. Мне даже в голову особо сильно никакая прокачка-то не приходит. Они меня по 25 уже долбят, серьезно? По 44. По 59. Чё-то невкусно. Чё-то нихера себе вообще невкусно. И 30 красного сахара я в итоге не добыл. Слушай, да, пойдем за бурильщика. Здорово, Сергей. Чё-то давай мы это дело прожжём. А то хрен ли они вообще. Окей, инженер все-таки здесь мне пока не очень нравится. Самый крутой это копатель. Как по мне. Я, кстати, не помню. Возможно, у него тоже вепрь есть для того, чтобы эту выполнить задачу. Так, а это тупик. Бип. Ваааа, я гнёта где? И левелап позволил нормально добыть мотон, спасибо. Так, это жопа далеко справа теперь. И мы на нее сейчас придем. А. Новинка, ударный топор. Бросает топоры, которые возвращаются к вам. Ну да, посмотрим, что за топор такой. Реально просто топоры такие вылетают.
Пока мне их симпатичнее, не особо сильно надо делать. Я пока не спешу. Ау. Ох, это было красиво. Так. Увеличивает крит шанс. А. За каждые 5 нитро. Плюс крит шанс за каждую нитро в инвентаре. За каждые 5 нитро в инвентаре. С одной стороны, нитро очень сильно хочется тратить. Но, блин, крит шанс за нитро. Это можно себе реально криты в сотку разогнать спокойно. Окей, ладно, у нас там еще грибы есть. Жучило там со мной летит. У нас тут грибы есть еще, которые надо собрать. Я не могу просто так взять и не собрать нитру теперь. Вместе с золотом. Ау, блин, по 45. Это, видимо, от глубины погружения, от сложности, типа, зависит, сколько одни урона делают. И одни делают урона очень много. Ладно. Да, здесь уже жадничать не получается. Уже даже на третьем уровне слишком больно становится. А это очень обидно, жадничать-то хочется. Хочется выкопать вообще все. А то теперь боссы элиты слишком большой урод наносят. Здесь, возможно, уже прямое оружие только надо. Типа обычная вот эта вот АОЕшка, она уже не так хороша. И наш шанс как-то опадет. Мне нравятся, типа, обычные белые урончики. И потом у тебя фиолетовый нахрен крит выходит. Кайф. А! Это было немножко обидно. И... Ай-яй-яй. Ну, да, окей. Турель вещь очень хорошая, очень нужная, это правда. О, и сразу хп реген дается. Ну вот, теперь можно и пожить. Может быть, даже получится пожадничать теперь. Но это не точно. Блин. Реген по 15, а урон они уже по 17 делают сами по себе. Не получится. Много ай опыта. Да, блин. Так, пойдет. Может быть, в этот раз мне хотя бы в турель попадется, которая будет следовать за мной. И тогда я смогу нормально эту игру проходить. Окей, у нас еще до хрена грибов надо. Которых, к сожалению, нет нифига. А босс горит.
от турелей. Автоматически. Это грамотно. Есть грибас, грибас. Грибас, один грибас остался. Так, не, ну золото как бы тоже мастер, да. Мне нравится, что левелап даже босса отталкивает. Это типа капец удобно. Лопнул. Магнит. Магнит надо брать. Вот то, что одного грибас не было, это, конечно, грустненько. Все еще ударный... А, у нас есть фугасная граната еще, которую я тоже не выкачивал. Тоже надо, наверное, посмотреть. Один гриб нигде по пути не попался, к сожалению. Что очень-очень сильно обидно. Ну, так, Лего плюс Роуд, нитро нету, охрененно, да? Может быть, что за голду будет? Ну, плюс опыт есть, например. Плюс урод, но это огня есть. Тоже вариантик, в принципе. Пойдет. Баги, чудо. Достигните 75% шанса крита. Вот что мне здесь надо сейчас. Вот это. Давай чуть побольше крита. Но на шанс крита уже был классный. Да, чуть побольше крипура, но сейчас все сделаем. Ау, 18. Слева. Так, ау. Во, вот эта вот падла обладает супер тупым хитбоксом, конечно. Просто мрак вообще. Давай. Найс. Хорошо бахнули. И... давай. Попробуем гранату все-таки выкачать и посмотрим, что она. То есть, наверняка граната будет стандартной, типа тройная граната, плюс урон граната, вот это все. Да, да наконец-то, ёпты. Найс. Турельки будут за мной следовать, это супер офигенно. Ух, нифига тут нитры. Двойной спал нитры, приятно. Очка. Сейчас я сворм жду, сворм появится, можно будет тогда на этот его поставить. И так, плюс хп. Золотые пульки или плюс род на минус передвижение. Да, плюс хп, наверное. О, магнит упал. Давай гранатки пока прокачивать. Ну. Что-то гранат, конечно, выглядит слабовато пока. Зарядка, маркет.
Кстати, в принципе, турели их убивают очень неплохо. Огненные. То есть, ну, нормалек все убились. Теперь надо вот это все собрать, только не забудь. Так, давай гранаты. И... ну, скорость перезарядки очень сильно нужна, поэтому да, пока не гранаты. Не, ну можно топор, конечно, попробовать все-таки. И типа и топор. Короче, прокачивать только гранаты и топор, чтобы в следующем забеге можно было сразу выбрать гранаты и топор и посмотреть, что они умеют делать. В принципе, вариант. А из основы, наверное, огнемет, потому что турельки вроде так, вроде как и так хороши. Турельками и так надо будет. Ау, ау, жопа. Так. Гранаты, топоры, бродня. Не. Дальше покопим пока. Нитро слева, сверху какая-то фигня еще была полезная. Хилочка, которая пригодится, в принципе, как раз плюс КП мне даст. Там что-то еще сверху было. И прикольно, что можно, кстати, постоять на месте и получить дополнительные две турели, которые, да, блин, двигаются за тобой. Маркет в одном месте весь, который нужен, тоже класс. 30 голды, много опыта. Кайф. Элитка не кайф. И я прям на сворм выхожу. Офигенно вообще. Спасибо левелапу. Оттолкнул эту жопу. Так. Ау. О, успел ниже дать. Шанс крита? Да, хорошо. Это тут у нас скилл, очка. Во, собрать 30 красных сахара. Сделал. Офигенно. Так, топоры тоже, да? Да. И гранаты. Давай в первую очередь гранаты раскачаем. Мне в этой игре прям гранаты, ну, очень нравятся. А потом все остальное. Ой, магнит какой хороший, да. Ну и так. Нет, точно. А вот после 12-го на гранаты, в принципе, можно будет подзабить и будет норм. Так, пора за артефактом попробовать сходить. А, у меня 20. Тут что-то нитро на халяву валяется, странно. Оу, сколько тут выкапывать. Взрывы, конечно, помогут. Блин, еще иди там. А элита ведь подойдет раньше, чем мне субмет эти. Ох, это было сейчас красиво. Элита, конечно, не сдохла, сдохло все остальное. Приятно. Окей. Регет не падает, зараза.
Без регена как-то немножечко грузненько. Оу, топоры могут... Топоры на обратном пути в меня врагов толкают. Оу. Окей, а топоры не так хороши, как я думал. Ай. Ау. Ай-яй-яй. И как мне вниз нахрен пройти теперь? Я сейчас, по-моему, от любой падлы отъезжаю вообще. Да-да-да, спасибо. Два. Эй, гранаты фул, отлично. На гранату можно подзабить. Ну как-то уже прям, ну, трудненько, я бы сказал. Так, на гранаты забиваем, теперь нам надо топоры прокачивать. И можно прокачивать, соответственно, всякие огнеметы и турели. Теперь. Грибасы. Мне сейчас очень сильно нужен стил. В принципе, крита на огнемете спасает пока. Больше ничего нет. Слушай, я не знаю, хочу ли я топоры прокачивать, потому что вот топор в очередной раз в меня сейчас врага пихнул. То типа, ну, капец неудобно. А, у меня 5 хп. Тут реально врагов просто охренеть. Это только серединная сложность-то. Это сложность пока что типа 3. А их есть еще 5. Я даже к взрывнюкам подходить теперь не хочется. На всякий случай, чтобы они не умерли прямо рядом со мной, или чтобы их топор не толкнул в меня. Так, там хилка наверху. Я наверху уже не попаду. А, это еще не сворм был. Фак. Только хп нарегенилось на один удар от врага, и я этот удар тут же словил. Ух! Трудненько! Трудненько. Ну, хотя бы гранат прокачал. Насчет топора я реально теперь не уверен. Хотя топор нанес урона, даже не разогнанный топор нанес урона почти столько же, сколько очень разогнанная граната. И я удивлен, насколько мало урон нанес огнемет, кстати. Родненько, ко-ко. Так. Давай урон. Ми. Не та кнопочка. Crystalline. Caverns, here I come. Не. Next stop, Magma Core. А, это пулеметчик, это не то. Электрошоковый свипер. Это инженер, да ведь? Да, Родник Шадоу. Хай-хо, хай-хо. It's to the Bowie. What about Hazard 2? Leave only cinder. Да, попробуем эти пещеры прожечь нафиг. Значит так, топор хрень.
турели очень хороши, да. Гранаты надо посмотреть. Потому что гранаты могут быть тоже хороши. Давай быструю прокачку возьмем. И сюда пройти нельзя. О, по 11 урон. Ни хрена себе. Это... Я же на второй сейчас сложности, да? На третьей сложности они колбасят по 18, на второй сложности они колбасят по 11. Нихера себе, то сложность влияет так-то. От сложности становится сложно. Еще плюс 2 сразу, хорош. Давай урон на скорость перезарядки пока. Так, турельки, найс. Сейчас у нас сворм будет как раз, будет удобненько. Переколбасить его тут. Вот эти вот быстрые красные меня прям реально раздражают. Ух ты, легендарный урон огня. Найс. Опыт или нитру? Лучше нитру. Тут магнит еще на халяву. Прикольно. Магнит это приятно. Неприятно, что я не нашел грибасы. Еще один грибас внизу. Ну, мы сюда, наверное, еще вернемся. Давай мы сначала наверх за грибами еще сходим. Если они тут, конечно, есть. Не, наверху тут больше ничего нет. Значит, внизу грибы надо искать. Так, окей, давай тогда элиту расколбасим. Вот. Ну, теперь можно, в принципе, магнитик подобрать. Нем. Давай продлевание луча. Скорость перезарядки эпик тоже неплохой. Шанс кританов. Okay. Неплохая прокачка упала. Ту слэшер. Вот и он. Он как-то не туда воевать сразу пошел, стратный. Ну, кстати, и нитро, и золото, которых мне так не хватало. Еще бы грибасы, которых мне так не хватает. Вот они, кстати говоря. Раз, два, три, типа. А, они в этой. В непроходимой жопе. Но собрано. Нормально. Когда босс успел сгореть? What the fuck? А босс от чего сгорел? Как-то это слишком быстро было. Ладно, не так плохо. 101 голда, 36 нитры. ЧСВ луч нужен? Да, было бы неплохо. Фак, жалко. Пойдет. ЧСВ луч как раз тоже будет огненным. Так что прям зайдет отлично. Но я хочу еще посмотреть фугасную гранату. У нас есть еще огненная граната, да. Но я бы, честно говоря, очень сильно хотел посмотреть, что фугасная граната умеет. Такие же ли у нее прокачки, как и предыдущие или нет. Так, погоди, там что, цветок? Прям бы на месте дроп-пада цветок был. Ну, естественно, нужны турельки, которые будут двигаться за мной. Как бы имба не обсуждается. Так, тут пройти... О, офигеть! Насколько мелкий проход здесь есть, но он тут есть. Офигенно. Где?
Блин, и supply pod наверху. На охренеть теперь. Ау. Что-то застряло. В принципе, турельки офигенно прикрывают, так что в этом плане все норм. Это мы сейчас опыт соберем и пойдем. Ну, видимо, зажигательная граната, просто потому что урод от огня есть, да? Посмотрим, что у нас зажигалку умеет, я тоже до 12 уже прокачивал. Так. Ай, застрял в уголке. Слушай, а цветочек за все это время был только один. Как-то это хреновато. Эпик! 35 урона. Найс. Элиту не задел. Вообще охренеть. А, и я в тупике! Я думал, что через него нахрен пройти можно. Не, хрен там. Непроходимое препятствие. И мне минус все хп просто. Мне 29. Так. У нас где-то там хилыч был, да? Где же хилка? Ну где же наша хилка? Была бы, блин, тут хилка, все было бы хорошо. А, что там такое? Тут цветоё. Цветоё, видно, полезное. А. Так, цветоё. Ага, вижу хилку. Найс. Я не уверен, что я до нее добраться, блин, смогу. Минимум 3 пойдет. Я вот не знаю, там типа спецрез еще вот. Окей, пошел. Найс. Так. Ей, следующую турель, хорош. Это прям приятненько, ко-ко-ко. Рядом с дроп-подом интересно, что-нибудь есть? Немножко золота. Нет, я тогда на дроп-под не попаду, меня сожрут. Жаль. Здесь должен быть босс, никуда поделался. Не, но я его не так сильно убиваю. Обидно, нитро не хватило двух. Я бы взял. Это было бы прикольно сразу. Окей, граната разбивается на 3 или увеличена радиус? Да, гранаты все одинаковые прям. Нитро надо больше, чтобы пушки прокачивать. Гребаный грибас. В принципе, троидные гранаты, которые оставляют троидные лужи, это не так плохо, да? Еще бы они летали бы врагов хотя бы иногда бы. А то одни летают реально просто так, на рандоме. Вкусняшки, вкусняшки. Вон там вкусняшки ползают. И все, хорош. Слушай, долбанутый лабиринт какой, а? Вот здесь бы СВЧ бы пригодилось, да. ЧСВшка была бы бой, через стены их убивая всех спокойно.
Ау. Сам вошел. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Плюх. Так. Лечение при повышении уровня. И как раз плюс повышение уровня сразу, чтобы похилился, пойдет. Бум. Ну, бум. Блин, реально быстро жуки смущают. Капец, они выбиваются из строя убийственного. И хилыч. Так, чё хочу? Турель хочу. Не, ну гранаты, в принципе, огненные тоже весьма неплохи. О, еще плюс огненный урон. Вот это. Только меня пока зажали в этом углу, и я ни хрена из этого угла выбраться не могу. Мне надо грибасы собирать. Так. Вот что-то обойти. Ни хрена там стрелков, я понял. Фугасная граната. Ну, собственно, давай фугасную гранату последок и попробуем. Посмотрим, такая же ли у фугасной гранаты прокачка. Так, плюс урон огнемета или турели? Я думаю, турели. Турели получше будут. Слушай, ну то стрелков прям вообще забей появилось. Так. Ну, попробуем насобирать грибы. Но, честно говоря, вообще не уверен, как у меня это дело получится. Угу, спасибо. Это было удобно. Вот эта жопа копательная, это за мной очень неплохо идет. А, фак, он сдох. Сгорел на работе, так сказать. Так, а как мне... Поверху, что ли? Слушай, капец, этот лабиринт. Вот здесь очень опасно прям не реагировать на дроп-вод. Хрена. Окей, я не против такой скорости передвижения. Ладно. Лего, скорость передвижения пригодится, особенно в этих местах. Мне очень нужно нитро и золото, конечно. Прям очень. А это так-то уже верхний тупик. Я бы сказал, что здесь бы карт побольше бы. Ну чтоб, ну, повыше, поширее карты были, вот что-нибудь такое-то. Эту карту маловато немножко. Так. Да, чувствуют намного лучше. Похилился на 15, получил на 21. Намного лучше стало. Так, давай. Почти 12-й. И как я отсюда нахер выберусь? Минус 49. Найс. У меня осталось 29 хп, но я на удивление выбрался. Да. Ох, нихрена их там. Плюс радиус взрыва. Прикольно.
Я даже не знал, что здесь такая прокачка возможна. Так. Мне, чтобы отхилиться, надо левел получить. Вот это самый хороший мой отхил сейчас будет, но... У меня снова сворм появился там же. А эти жопы заблокировали весь проход. В натуральную прям пройти нельзя. Слушай, что за жесть? У меня FPS до 44 проседает из-за этой жести. От того, сколько здесь врагов. И дроп-пот слева еще, да? Найс. И еще один сворм. Конечно. Жуков-то мало было. FPS не просел еще до нуля, поэтому надо больше жуков. О, хилочек. Нитра тоже была бы очень сильно полезной. Да, вот уж где бы СВЧ-печка сейчас пригодилась бы. Хилл с левелом. Так. Еще хил. О, ща похилимся, да. Окей, ну почти пол хп, в принципе. Очень даже неплохой хил был. Так, осталось дойти туда, вниз. Нахрен. А, босс умер. Я без прокачки останусь, да? Найс. Да. Честно, я не ожидал, что босс лопнет. Я вроде от него на всех парах бежал, а он умер. Сам. Херово. И мы на финальном уровне теперь, да? Так, про шанс крита мечтать как бы больше не приходится, да, на 75%? Интересно, что такое нанести damage during a dive? Дайв. Я знаю, что дайв это погружение, это типа пока мне урон что ли наносит или что-то такое. Надо хотя бы гранату докачать и посмотреть, что она умеет. То же самое это или нет. Опыт взять надо, дохните, позядя. Вот эти вот шняги, которые автоматически, ну, обратно становятся, да, лозы, самовосстанавливающиеся. Капец, имба поганая. Я не знаю, насколько полезны вскапывающие турели, потому что, по-моему, они не полезны от слова совсем. Они, наоборот, мешают. Надо было, наверное, от апгрейда тогда, в принципе, отказаться. И просто прокачку взять. Гарри, Гарри, я знаю, что вы сделали. Так, мне бы как-нибудь налево пройти, ребят. Да. Окей. О, опять на фулы. Он выбрал единственный нахрен камень, который стоит здесь вокруг, и ровно в центр этого камня сбросил пот. Гений, ёпте. Просто гений, твою мать. Везде свободные поля, и он выбрал единственный камень. Охренеть. Так, ну ладно. По крайней мере, его освободили.
босс не попал. Грустно, но это пофиг. Окей. Больше хила при повышении уровня. Пойдет. Ей, радиус взрыва, да, да. Окей, гранаты все одинаковые, абсолютно. Никакой уникальной прокачки на гранат нет. А знаешь, что единственное, что уникальное еще есть, это Tesla Tower у инженера. Интересно, как они апаются тогда. Это некий минус огня. О том, что босс просто так подыхает, да? Когда ты этого вообще не ждешь. О, двойная хилка. Вот это сейчас неплохо было. В принципе, все очень красиво взрывается. Это нравится прям. Взрывается действительно знатно. А что у нас на максимум? Мне самое большое, то, что мне понравилось, это криогенные гранаты. Потому что они хотя бы врага замедляют, и это очень полезно. Но я не помню, что у них на максимальной прокачке было криогенных гранат. Пока у меня огнемет активнее, я, в принципе, могу даже на месте стоять. Джаггернайкер. Давай, прыжу. Вот такие. Карусел, карусел, кто успел, тот и сел. Прокатить на нашей карусел. Обидно, что обычное жучело по 23 меня колбасит. Несколько неудобненько. Ау. А выстрелы по 19. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вау. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, вскопай за меня вот эту фигню. Спасибо. Оп! Чё-то так радно прыгнул. О-оу, о-оу, о-оу. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Жопа, жопа, жопа. 14 хп, нужен левелап. Не достань до меня. Спасибо. Очень нужен левелап. Где его бы, блин, мне взять? Вот, опыт валяется. Как же там близком прыгаем, зараза. Окей, 67 хп. Плюс... да, плюс хп, спасибо. О, лопнул. Найс. Осталось нахер выйти отсюда. А, наверх! Серьезно? Ай. Фух. Га. Жопа. Жесть. Ну и что у нас? Зажигательная граната 5600 нахрен. Оказывается, если три гранаты взрывать, которые делают лужи огня, получится имба. Кто бы знал. Окей. В принципе, зашибись даже где-то. У Манита прям 25 добыл, прям много. Бригольненько. Так. А, он как раз на криту идет. Ой, я хорошо добыл ты его вообще. Найс. Давай реген, наверное, лучше. Окей, допустим. Ведь других джиггернакеров не завезли, жалко. Да чё-то как-то не жалко, ты знаешь, и так неплохо. Так. Ну чё, пойдем меня порвут на этой, на четвертой сложности, да?
Это он с гранаты будет начинать, интересно? Прикольно. У меня только одно при виде гранаты с ручкой происходит недоумение. В смысле? Почему? Почему недоумение? Удобно. Если тебе место как бы не особо сильно нужно, то ну, удобно держаться. Тем более, насколько я помню, гранаты с ручкой у тебя... Ты внизу ручки что-то делаешь, и потом кидаешь, и граната взрывается. Там никакой чеки нет. Или чека как раз снизу, я не помню. Ну, типа, короче, ну, была такая. Во Второй мировой такие гранаты были. Пойдет. Нам наверху наш грибас и 4 гриба еще где-то надо. Нет, цветочка, 4 цветочка где-то надо. Элитка. Так, золото при копании или опыт при копании? Лучше золото. И, ну, видимо, зажигательная граната вместо СВЧ. Видимо, зажигалочка очень сильно пригодится в этом. Раз она топ урон у меня просто не забегает. Так, цветоечки-то где? 2, 3, найс, вот. Так, и остался всего один цветоёчек. Очень хорошо. Элитка застряла. Вообще, по-хорошему, элиту, конечно, выпустить надо, потому что, ну... Мне её убивать, как бы, надо бы. Для опыта. Ой, без турельков немного трудновато. Сейчас вот гранатка сюда упадет. Ладно, гранатка упала немного не туда, куда я хотел, чтобы она упала. Ау. Блин, урон по 21 вместо 11. Жесть. И благо тут хилочка у нас валялась, все нормально. Мне надо как-то вот этих всех жопу... Ты посмотри, сколько тут элит вообще ходит просто так. Это ж капец. Даже где-то кошмар. Слушай, если одна граната, только скорость перезарядки буду получать, и в итоге будет еще и разделение, я думаю, тут такая грязюка творится будет вообще. Скорость перезарядки... Ой, хорошо легла. Скорость перезарядки прям заходит. Так. Добавляю взрыв, наносящий кинетический урон. Нет, лучше разделить. И сейчас мы попробуем в эту гранату по полной программе упороться. Кстати, теперь не по 2, а по 3 уродно добавляется с каждого апа. По времени, который. Неприятненько. Найс. Классно лопнули. 24. ХП пойдет. Все, скорость перезарядки. Ну, почти 12 гранатами уже. Хорошо, горит. Фак. Ну, давай...
Не. Давай СВЧ печку, реально. Я по ЧСВ печке скучал немножко. Лего! Плюс элементальный урон. Нойс. 40% дамагись. Нихера, да? Почему бы и нет? Давай чуть-чуть броди. Я не уверен, что она мне нахрен поможет. Просто потому, что я чуть-чуть. Как быть? По 25. Это я еще броню только что взял, да, угу. Да сдохни ты уже, господи, ну. Капец. Сколько у них тут КП. Я не то, чтобы даже время тянул. Я реально ждал, пока он сдохнет. А он не. А он ни в какую. А мне теперь надо как-то налево пройти. Мимо всех жуков, которые слева шли. Окей, радиус взрыва на огненные гранаты — это жесть. Да. В реальности нужно на конце ручки открутить колпачок, вытянуть шнурок, дернуть и бросить гранату и ждать 5 секунд до взрыва. Ну, давай мы еще про реальность говорим в мире, где дворфы добывают руду, спасаясь от жуков, да? Окей. Давай, давай, говори про реальность, давай, я жду. Фак. Это было бы классно. Bingo! It's mine! Давай хотя бы такой элементальный урон возьмем. Так. Маркит это, конечно... А, не, не, у нас не маркит, у нас этот. Грибас, а? Я думал, маркит это, конечно, не очень. Ладно, не увидел гриба сразу. Так, килыч, двойной, офигенно. Кайф. Дай немножко скорость копания. Пригодится. Поскольку жрешь, по 24 жрет. Это я взял плюс броню, а у них нет апа. 24. Охренеть. Так, а я опять себя в тупик умудрился загнать, да? На сворм. Ох, как же гранат хорошо тут сейчас легла. У гранат перезарядка капец быстрая стала. Ложаться, ток в путь. Прям очень хорошо. Но вот с одиночными быстрыми жуками, которые около меня, я сделать прям ничего не могу. 14 кп. Мне даже жучок летающий наносит урон. 24. Я, блин, гранаты прям... Ух. Я не говорил, что в игре мне эти гранаты не нравятся, я недоумеваю с них в реальности. Ну, почему? Это же за изобретение человека, ну типа как можно... Я не понимаю тебя, короче. Что значит, я недоумеваю с этих гранат в реальности? Ты их в реальности не встретишь уже, это раз. А во-вторых, ну такое изобретение было, опять же. Давай еще раз попробуем. Ты когда что-либо изобретаешь, вот у тебя как бы не всегда все с первого раза нормально получается. Были вот такие вот большие неудобные гранаты, да, ну. Выполняли свою функцию? Выполняли. Врагов убивали? Убивали. Все. Что тебе еще надо? О, сразу. Так. Здорово, Лео.
Давай мы в этот раз огнемет даже выкачивать не будем. Потому что что-то как-то в последнее время на высоком уровне сложности огнемет почему-то себя не показывает. У него слишком мало урона. Огнемет нужен для мелкого уровня сложности. Здесь нужны турели и гранаты. Вот зажигалку теперь можно будет вполне себе прокачивать. Мне не очень нравится в этой игре то, что если ты далеко от врагов, у них увеличивается скорость передвижения. Я это, блин, не перестаю видеть. Ты отходишь от них подальше, а они ускоряются при движении к тебе. Элиты, боссы, вот это все прям. Ну, очень сильно в глаза бросается. А когда одни к тебе подходят, они замедляются. Эта херня так в глаза бросает, что просто забей. Ну давай по лаве пройдемся. Я урон не получил. Спец. Ладно, по крайней мере, пока что получаю спецрез много, это очень приятно. Элементальный урон, наверное, да. Я бы предпочел, конечно, гранаты пока прокачивать, но тратить сейчас 15 голды просто так не хочется. Чем раньше грену прокачается, тем вкуснее будет. Как бы, блин, устроить бы мне бы... Ладно, хрен с тобой, потратим. А уже босс! Фига, он резкий. Замечу, прокачка гранат не проходит. А, ты стрелок элитный. Батыч не будет появляться криогранаты, но в теории нет. У него типа какие-то импакт гранаты, что ли, они называются как-то так. Фугасные типа, вот. И у него зажигательные гранаты. Он через огонь и через кислоту в основном играет, не через лед. А, граната хорошо легла, давай не надо. О, плюс 50% в рот, ни хрена себе. Такая лего мне нравится. Урона. Я думаю, как бы, блин, элиту убить. Пока одни просто реально не стали супер сильными и не убили меня. Мне что-то вариантов нету, потому что мне надо ее и своим огнеметом сжечь. По идее, и мне надо, чтобы в нее гранаты попадали. Я бы не сказал, что в нее особо сильно гранаты, ну, типа, попадают в принципе. И бум не удалось сделать, только пожар получил. Нужно сделать бум. Найс. Бум прошел. Хорош. Так, скорость перезарядки. Ей! Больше скорости перезарядки, богу скорости перезарядки. Субата! Это, кстати, четно. А, это которая со спины стреляет. Фу, нахер. Давай, свечу. Со свечи сразу стало немножко попроще. Плюс радиус взрыва. Разделить не на три пока не было. Сгори уже, ну. Нитры норм, золото не очень норм. Но в принципе пойдет.
я еще хилку где-то умудрился собрать. И три раза по жопе умудрился получить. Что за топор? А он такой типа крутится в землю, бздынь, а потом к тебе возвращается. И проблема в том, что когда он возвращается к тебе, он притягивает врагов вместе с собой в тебя. Не самая удобная херня. Я не буду Легу брать, потому что я не хочу огнемет увеличивать. Давай возьмем этот СВЧ. Неудобненько, короче. Да. Мне топор не очень понравился. У него вроде номинально урона может быть очень много. Но по факту, ну, типа, он скорее вредит, чем помогает. К сожалению. Теперь с одной жилой все добуду. Гей, найс. Хорош, с одной жилы фулку. Not bad. Ау. Чуть-чуть по жопе получил, остальных вроде добил нормально. Золото добыл, бум, найс, бум, путь освободил, приятно. Так. Тот в огне сгорел, тот походу в огне прям появился. Тот взрывные цветоёчки, мне бы их обойти. Подождать, когда сворм придет в них, и взорвать их. Вот это прям идеально. Найс. Красиво, шо трындец. Так, броняли? Нет. Не броняли. Я что-то не заметил даже, как умер. Граната с нейротоксином. 15 левел на бурильщике. Но, насколько я понимаю, класс мне другой пока что так и не открылся, да? Да. Видимо, тут на 18 где-то надо, чтобы было. Ладно, пока хватит. Покопались немножко рандомно. И